Без заводных мелодий сложно представить фестиваль народной игрушки. В этом году в Воронеж приехали больше 50 мастеров со всей России. Они привезли сотни уникальных, свойственных их областям, республикам произведения. В рамках фестиваля проходит конкурс «Заиграй моя игрушка» и конкурс «Раступись». Честной народ, гости ярмарка идет. Это такое символичное название, потому что тема ярмарки – это тема широких народных традиций. Поэтому мастера представили широчайшие работы, интересные в разных техниках исполнения. Конкурсные работы участников фестиваля стояли отдельно. Все вместе они и правда создавали ощущение ярмарки. Казалось, фантазия мастеров не знает предела. Но здесь минимум авторского, больше народного, даже если речь идет о музыкальных инструментах. Вот жалейка, самая простая даже разновидность ее из бересты, просто тростинка, соломинка. Может сделать любой мальчик, девочка, любой папа может ребенку своему сделать. Под народные мелодии мастера и посетители фестиваля пускались в пляс. Так согревались и веселились. А у кукол был свой хоровод. Красавицы народного мастера Воронежской области Людмилы Дыхановой, казалось, вот-вот станцуют. Появились, да, у нас и мужички. Как же у нас женщины без кавалеров? Вот у нас такой один хоть на всех, но вот один есть. А вот девушки у нас, видите, разные. Это Острогожский уезд, это село Шубное. Это у нас Борисоглебск, это у нас Павловский, это у нас Бирючки. А вот народный мастер Белгородской области Елена Ислентьева перед тем, как приехать на фестиваль в Воронеж, несколько дней провела в этнографической экспедиции. В ней собирала информацию о народных куклах своего региона. Конструкция, конечно же, идет традиционная. Вот. А костюм наш, белгородский. Очень много традиционных кукол, которые бытовали, они с лицом. Причем в лицо оно было как вышитое. Так могли нарисовать. Но вот в экспедиции, например, мне рассказали, говорит, с лицом. Она говорит, да как придется. Вот. Я говорю, а чем рисовали-то? Она говорит, ну был карандаш, могли карандашом. Нет, да к одуванчиком, соком одуванчика. И, говорит, получалось личико. А вот у романовской игрушки лицо есть. Больше того, у каждой такой поделки свой наряд. Привезли глиняных кукол из Липецкой области. Несколько столетий назад романовскую игрушку назвали в честь города Романова. Сегодня это села Ленина и Троицкое. Птица счастья, птица сирен, самый молодой сюжет. Это птица Романушка. У нее такой же костюм, как на мне. Вот бусы и головной убор. Вот она свистит. Это определенный набор сюжетов, которые у нас есть, порядка 100 образов. Это и животные домашние, животные лесные, образы курорта 19 века в Липецке. Это городские дамы, парочки, кавалеры. А мастера из Костромы продемонстрировали деревянные поделки, в рисунках которых зашифровано скрытое послание. И читать его в старину могли только знатоки. Здесь получается древо жизни. Птица на верхушке древа жизни означает его священность, святость, то есть дерево из рая. Вот. Птица вкушает плод добрых дел. То есть вот эти ягод, виноград, ну, яблоки, они ассоциируются вот именно плод добрых дел. А розы можно расшифровать как любовь. Какой фестиваль народной игрушки без национальной российской куклы – матрешки? В Воронеже есть свои матрешки. Все они одеты в народные костюмы сел и деревень нашей области. Не так давно народный мастер Евгения Афанасенко изготовила подружек матрешки – кукол «Матань». Это матани, это куклы, получается, деревянные, одетые в воронежский народный костюм из серии мастера Воронежского края. То есть здесь у нас пуховязальщица, мы видим у нее прялочку, видим чески, она вот пух расчесывает. А это вышивальщица, которая вышивает у нас, получается, в рушничок. Мастер Оксана Ткачук из Херсонской области на фестивале в Воронеже представляла Адыгею. Оксана переехала в республику в ноябре прошлого года вместе со своими земляками. Заниматься народной куклой не перестала. Наоборот, пришли новые идеи. Кукла Россия. Вот такая она красивая в березках. У нее обязательно, вы знаете, что длинные косы – это жизненная дорога. Россия, может быть, вдохновила, потому что... Знаете, в России у меня началась новая жизнь.
Фестиваль собрал сотни горожан. Мальчишки активно проводили время за народными играми. А девочки и девушки устраивали фотосессии с куклами в народных костюмах Воронежской области. Кукольный хоровод, выставка кукол в традиционных костюмах сел Воронежской области. Мы должны и детей приучать к тому, что нужно познать свой край, узнавать свою культуру, свои традиции. Матрешки, матани, крупинички, неразлучники и сотни других кукол собрали тысячи зрителей. Равнодушным не остался никто, ни маленькие, ни взрослые. В этом и есть уникальность народной игрушки. Своей простотой и душевностью она пленяет и очаровывает. Счастливые глаза зрителей не дадут соврать.